Всем привет, друзья! Всем привет! Мы на семейном канале, у нас очередное развивающее видео, праздничное. А сегодня мы будем тренировать бытовые навыки, которые в любом случае пригодятся в будущем. У нас есть игрушечная машинка, которую мы сейчас засыпем снегом. Вот у нас есть снег. Мы, помните, снимали опыты новогодние и получали снег. Вот у нас такой же снег в стаканчике. Мы сейчас засыпем машинку этим снегом. Обсыпай. А потом почистим. Щеткой. У нас, к сожалению, не автомобильная щетка. Засыпай. Засыпаем, засыпаем. Динь. И как мы с тобой каждое утро чистим машинку от снега, ты сейчас должен будешь щеточкой вот эту машинку от снега почистить. Вот видишь, снега нападало, новогодняя ночь пришла. Вот, и у нас с тобой, видишь, все в снегу. Давай очищать будем. Надо хорошенечко-хорошенечко почистить, да, машинку? А здесь, смотри, стеклышко не протер. Стеклышко-то в снегу. Давай вот это стеклышко протрем. Друзья, видите, у нас стеклышко в снегу? Денечка, протри стеклышко. Хорошо, да. А вокруг еще надо, чтобы прибраться, чтобы машинка могла выехать, правильно? Нет, нет, возьми. У нас лопатки нет, но если есть грабельки. Давай грабельками приберемся перед... Нет, не здесь. Смотри, вот тут она же не проедет, там много снега навалено. Давай вот это разгребем перед машиной. Надо убрать, почистить вот так вот. Вот здесь почисти, Дин, перед машинкой. Не так. Давай я тебе покажу, а ты повторишь. Давай, вот так вот берешь, зачерпываешь и убираешь. Держи. Не, зачерпываешь перед машиной. Перед машиной зачерпывай. Вот здесь, смотри, у нас много снега навалило. Машинка. Давай, вот я тебе еще раз покажу. Смотри, вот так вот берем и убираем перед машинкой, чтобы она могла выехать. Попробуй, вот здесь тоже убери. Убирай. Умница. Убирай, убирай. Вот здесь убери, смотри. Хорошо. Что, как ты думаешь, наша Нива, скорая медицинская помощь, сможет выехать теперь? Денюш, сможет выехать? Давай щеточкой лобовое стекло дочистим. Ну ладно, мама нам поможет. И капотик почисть, Денюш, капот. Смотри, капот еще в снегу. Почисть капотик еще, Динь. Держи щеточкой, почисть снег на капоте. Не, маме. Давай, оп, щеточкой снег на капоте почистим до конца. Ну все, друзья, смотрите, у нас машинка почищена от снега. И перед ней, в принципе, убрана. Вот мы потренировали такую бытовую тему, как чистка автомобиля от снега и уборка снега перед машиной. Ну, а с вами был канал Baby Go. Мы придумали очередные развивающие ролики для вас. Так что заходите почаще, берите наши идеи и пользуйтесь. А мы с вами ненадолго прощаемся. Ставьте на пальчики вверх, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч и поцелуй. Thank you.